Приключения Синдбада. Продюсер Хироси Окава. Автор сценария Осаму Тэдзука и Морио Кита. Режиссер Тайдзи Ебусита. Композиторы Исао Кмита и Мамао Яныяма. Художники Сейгу Синдо и Хаими Нумай. Операторы Кензи Сугияма и Кадзуро Накамура. Что там случилось, Али? Синдбад! Знаешь, я нашел на морском берегу старика. Да, живой. Али, помоги мне. Кто вы? Куда я попал? Ты в торговом порту. Тебе повезло, дедушка. Наверное, я доставил вам много хлопот. Это не беда. Ты набирайся сил. Простите за то, что оторвал вас от дел. Вы хотите отправиться в море? О, да, я об этом мечтаю уже давно. Я хочу стать моряком. Ведь им был мой отец. Ясно. Я стал моряком, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. И море подарило мне все то, о чем я так часто думал с малолетства. Море я очень любил. Оно дало мне дело и мечту в придачу. О, вот что. Я расскажу вам удивительную историю об одном острове. Это случилось сотни лет назад в Южном море. Что-то странное творилось в небе. Впрочем, никто толком не заметил, что произошло. Между тем на остров упала звезда. А когда она упала, произошел ужасный мощный взрыв. И остров
вдруг изменился до неузнаваемости. А его луга оказались усеяны драгоценными камнями. Эти бесценные сокровища охраняют ужасные духи острова. Они все еще там. Дедушка! Дедушка! Плывем по морям, по морям, по морям. Бескрайний простор морской. Эй, бродяга! Скажи, зачем ты торчишь тут весь день? Он хочет стать моряком. Моряком? Ну-ну, размечтался! Лет еще мало! Сопляк! Сопляк! Ну-ка, еще раз давай. Эй, хватит! Али, погляди-ка туда. Забит корабельный трюм, суров капитан. Доброе утро. Где нам найти капитана? Там он. Капитан. Я капитан. Чего тебе? Капитан. Вы не могли бы нанять нас на корабль? У вас еще молоко на губах не обсохло. Да и нет для вас места. Не возьмете? Нет. Даже не рассчитывай. Моя любимая старая гавань. Ха! Ты горюешь, как будто подружку там оставил. Еще чего. Аллах велик,
нет на свете иного повелителя, кроме Аллаха. О, Аллах, береги нас от опасностей в море. Пусто. Что ж, пойду пополню запасы. Хватит меня пугать! Размяукалась! Ясен! Куда? Ну что еще? Дай поспать! Осторожно! Оно там. Так. Надо же! Этот паренек знает кошачий язык. Прости, господин. Ты меня напугал. Понятно тебе? За это я тебя накажу. Вот. Нет, стойте. Подождите. Там еще один, Абдулла. Капитан. А? Что там такое? А то, что мы нашли нарушителей, проникших на корабль. Что с ними делать? Может, швырнем их в море, а? Помолчи. Как вы здесь оказались, ребятки? Мы спрятались в кувшине. О, вы так хотите стать моряками? Ха, еще бы, капитан. Ну, ваша взяла, пожалуй. Предстоит сделать из них настоящих моряков, посвятить в морскую науку. Да? Это нам легко, конечно. Растяпа ты безрукий! Посмотри, как это делается! Эй!
внимателен и никогда не порежешься. Понятно? Да, учитель Абдулла. Синбадушка, крепче хватайся и не бойся ничего. Эй, не смотри вниз. Эй, Синдбадушка, держись! Не упадешь теперь! Там, Али! К нам кто-то плывет! О, детеныш кита! Что там? Там? Что такое? Там рыба нет! Абдулла, тащи гарпун! Сейчас! Синдбад, помоги ему! Сейчас, сейчас! Я выбрал самые острые! Эй! Ушла? Ну ничего! Попал или нет? Сейчас. Вот, получи. Молодец, Синдбад. А парень, оказывается, силен. Еще бы. Это я его обучал. Удачи тебе. Ты наш друг. Капитан! Прямо по курсу порт! Полный вперед, экипаж! Полный ход! Музыка.
сердце, на сердце грусть и тоска. Мне грустно думать об отце, дорога жизни так узка, лишь серый цвет передо мной, не вижу красок я давно, печально мне бродить одно. Султан, ты звал меня к себе? Да, верно, звал. Принцесса по-прежнему грустит? Да. Настроение ее высочества, повелитель. Твоему разуму недоступно? Да, именно так, повелитель. А ты по-прежнему хочешь на ней жениться? Одно другому не мешает. Жил давно, надоела ему власть, надоела эта волокита. Надоела жена, и ушла куда-то страсть, радость жизни давно позабыта. И теперь любит он только легкий мягкий шелк, он красив и приятен на ощупь. Чистота, красота, память о светлых юных днях. Я-я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 . Это память о светлых юных днях. Эй, Синдбад, да, это мне. Я сейчас могу исполнить вам песню получше. Внимание! Слушайте, слушайте и мотайте на ус. Инструмент волшебный, мандолина моя, тебя с собой в море беру. Я непременно и как-то раз на весла далека я вижу впереди остров, полный вперед! Я, размахнувшись, я бросаю о-ля-ля и поверить не могу своим глазам. Превратился остров вдруг в кита, кит разинул пасть и сказал ам. Эх, так прямо в чрево зверя сдуру угодил, но вылетел обратно, не сказав и ах. В воздухе перевернулся раз 15 я, мандолину крепко сжавший в руках. И ударил я по струнам невзначай, цин-цин-звон раздался монет. Мандолины в целом мире лучше нет. Мандолины в целом мире лучше нет. Эх, лучше нет. Ha ha ha!
Повелитель? В чем дело, министр? Я нашел воистину удивительное сокровище, мой повелитель. О, и где же оно? М? Покажи хоть. Ну? И что это? Волшебная мандолина? М? Да, мой повелитель. Нет, тут какая-то ошибка. Молчать, сопляк! Одну минуточку. Мне сказали, что когда на этой мандолине играешь, из нее начинает сыпаться чистое золото. А? Пусть он сыграет. Ну и что? Где же золото, министр? Повелитель, должно быть, он исполняет не ту музыку. Нет, музыка здесь совершенно ни при чем. Точно, ни при чем. Это обычная мандолина. Молчать хотите, чтобы вас всех наказали? Нет, этого нам совсем не надо. Министр, за что ты задерживаешь невинных людей? Дорогая принцесса, это не женское дело, ступай к себе. Министр, отпусти их. Нет, сначала я их допрошу. Стой! Давай, иди туда. Ничего, мы утрем тебе нос. Министр? Парнишка сумел сбежать. Вы, дармоеды, все перевернуть и найти! Голубка, где ты была, милая моя? О, что случилось? Эй, ты! Кто ты такой? Откуда ты взялся? Мы прибыли из очень-очень далекой страны. Интересно. Как же я вам завидую. Принцесса! Скажи мне, сюда не забегал мальчишка? Нет, я не видела. А может, ты его прячешь? Ха.
Вот все и выяснилось. На ну, вылезай! Давай, признавайся во всем, говори! Признаюсь, признаюсь! Слушайте, существует очень необычный остров. В Южном море находится. Где же ты? Стой! Держите его! Он там! За ним! Хватайте его! Скорей, скорей! Давай! Держи его! Здесь нет. Проверь там, а мы туда. Ладно. Эй, стой! Сейчас я до тебя доберусь. Погоди у меня. Спасибо тебе, милая. Что? Неужели? Помоги ему, очень прошу тебя. Договорились, а? Ну что? Долго нас будут здесь держать?
А ты помолчишь, раскричался. Это ты во всем виноват. Напрасно ты спел эту песню. Где же сейчас Али? Пацан-то у нас сообразительный. Не волнуйся. Здравствуйте. Приветствую тебя, принцесса. Я пришла наградить вас за ответственную службу. Спасибо тебе, принцесса. Бегите, скорее. Спасибо. Возьмите моих лошадей. За мной. Пошел. Эй, полегче, а! Стойте! Стоять, кому сказано! Назад! Живо! Куда? Стоять! Куда они подевались? Время идет! Вперед! Быстрее! Догоняют! Синбад! Нет! Взять его! Он летит! Взять этих подлых негодяев! Зря он так. Мы очень хорошие. Принцесса, я слышал, ты помогла пленным морякам бежать. Это верно, отец. Министр в ярости, он просто рвет и мечет. Ты зря ему доверяешь. Он вспыльчивый, глупый и злобный.
Дочь умна не по годам. О, Али! Этот безобразник напугал нас всех. Учил его я. Это моя школа. Эй! Якорь поднять! Повелитель, ужасное известие! Наша принцесса сбежала! Что? Она сбежала? Нужно что-то делать! Прошу, прости меня, повелитель! Синдбад! О! Да это принцесса! Как же ты сюда добралась? Я прошу, возьмите меня с собой. А? Отправишь меня домой? Что это такое? Я приветствую тебя. Прочь, никчемная тварь. Тарахти, какой от тебя толк? Эй, привет, мышка. Вот ты мне, пожалуй, годишься. Подойди. Ближе. Давай. Полетишь за принцессой и проследишь за ней, ясно? Вперед! Всем эй, еще глянь-ка. Один ясный день. Команда на места! Если мы поплывем этим курсом,
Если направимся вниз к Южному морю, то увидим остров. Там всегда весна. А луга покрыты настоящими алмазами. Как же мы можем отклониться от курса? Никак нельзя. Никак нельзя. Приготовиться к смене курса! Эй, капитан, куда идем теперь? К острову сокровищ! Полный ход! Давай! Хей! 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 Йо-хо-хо-хо-й-да-хо! Я-хо-хо-хо-й-да-хо! Мы вместе песню споем и исполним танец наш! Хей! Хей! Али, иди повеселись с остальными. Нет, уж лучше я здесь. Можно и мне поучаствовать в празднике? Запустимся в пляс, нашу песню мы споем. Эй, 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 эй! В нашей компании тебе быстро станет скучно. У меня такое чувство, будто все меня боятся. Так ли это? Благодарю вас. Наконец-то! Я тебя жду! Что? Так она на корабле? Ищут остров сокровищ? Ясно. Хорошо. Повелитель, мне уже удалось найти принцессу. Да ну! Где же она? Говори! Она отправилась в море. Скорее! Надо ее догнать! Действуй! Чего ты ждешь, а? Али! Скорее спускайся! Капитан, я им помогу. Действуй. Дайте мне.
перевернет! Али, дай свой нож. Держи! Синбад! Держись крепче, Синбад! Синбад! Не смотри вниз! Руби и спускайся! Берегись! Ну что, видишь их корабль? Нет, пока не видно. Смотри, подарочек тебе. Мы с тобой друзья, да? Теперь возвращайся к маме. Голубка, как я рада тебя видеть. Али, посмотри-ка вон туда. Как красиво! Спокойно, на волю мне открыта дверь. И я плыву с друзьями вольно. Дорогие мама и папа, пожалуйста, не волнуйтесь. Со мной все в порядке. Я решила отправиться в дальнее странствие с моими новыми друзьями. Принцесса, наша умница. Недавно мы попали в сильный шторм. Шторм? В сильный? Но все обошлось. Синдбад меня спас. Синдбад? А еще я скучаю по вам, мама и папа. Вау.
над океаном небес синего. Кругом идет от надежд голова. Под облаками, что в небе плывут, нас тайны морские ждут. Плывем по волнам, плывем по волнам. А облака помогают нам, надежду они подают сюда. Солнце невыносимо печет. Не могу. Да, силы на исходе. И ветра никакого нет. Скорее бы подул ветер, капитан. Скорее бы. Попей воды, Синдбад. О, спасибо. Благодари принцессу. Что такое? Летучая мышь возвращается! О, я заждался! Рассказывай все! Ясно! Продолжай следить! Синдбада я проучу! А сам получишь и принцессу, и бриллианты! Что-то небо мне не нравится. Капитан, небо так быстро меняет свой цвет. Странно, очень странно. Не повернуть. О, капитан, все море заросло. Мы сбились с курса. Что делать будем? Надо вспомнить, где именно это случилось. Легко сказать. Надо вспомнить. Тут явно не обошлось. Без злых духов. Кошмар. Нам отсюда не выбраться. Это правда? А!
Прощай, мой друг! Что? Что будет с нами? Что делать дальше? Мы движемся, капитан! Хорошо! Все по местам! Спасибо! Спасибо вам! Корабль! Показался корабль! Там, прямо по курсу! Отлично! Не упускай их из виду! Да! Капитан! Туман сгущается! О! Совсем ничего не видно. Странный он. Да. Следи дальше. Я вообще ничего не вижу, капитан. Ладно. Тогда слезай. Есть. Эй, мы идем. Тот самый остров, капитан. Да, наверное. Ух ты, диво! Ой, как красиво! Опустить якорь! Здесь будьте внимательны и осторожны! Есть! Мы принесем назад славные сувениры. Стойте, я с вами. А мы с тобой останемся здесь. Oh.
Остров сокровищ, говоришь? Добрались, наконец-то, Синдбад! Наверное, здесь чудесно. Жуткая тварь, я ее боюсь. Бежим! Али! 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 Вкуснятина! Пусти! Дай мне тоже попробовать! Ай! Помоги! Несим! Тоже мне остров сокровищ. Мне здесь не нравится. Thank you.
Все, больше нет сил. Вставай, Али, держись крепче. Всех до одного уничтожить! Есть! Принцесса! Али! Али! Синбад! Синбад! Оставь его! Некогда! Сейчас я вам. Синбад! Сокровища, о которых говорил старик. Али, нужно сначала найти Синбада. Вдруг он в беде. Принцесса, ну надо же, какая приятная встреча! Стой, не подходи к ней! Синбад! Синбад! Ну, держись, сопляк! Синбад! Наконец-то! Али, уведи принцессу! Эй! За ней! Туда! О! Принцесса!
собрать драгоценные камни в мешки. Принцесса! Али! Красиво! Принцесса! Али! А? Принцесса! Всемогущий, прошу, спаси этих двоих, попавших в беду. Я нашел самое прекрасное сокровище в целом мире. Да? Где оно? Оно здесь. Это ты, принцесса.